Теперь вид на этот бассейн, на этот бассейн и комплекс со стороны парковки. То есть люди сюда, видимо, так приезжают, которые паркуются, потому что это огромный поселок, многие мили, пешком никуда не дойдешь. Приезжают, идут сюда в джим, в бассейн. Вот тут какой-то крокет можно играть. Вот тут целый тут как отель, можно сказать, выглядит все. Вон тут очень красивые очень цветочки. Да.